Добрый день! Прибавьте звуку на микрофон, пожалуйста. Юбиляры и гости факультета физической культуры и безопасности, жизнедеятельности. Этому уже надо аплодировать. Сегодня этому факультету исполняется 65 лет. С праздником! С юбилеем! Я с удовольствием для приветствия предоставляю слово проректору ЧГБУ Георгию Сергеевичу Шкребеню. Пожалуйста, Георгий Сергеевич. Добрый день, уважаемые гости, уважаемые коллеги, уважаемые сотрудники факультета, университета. Добрый день, студенты, и, конечно же, мы рады приветствовать выпускников одного из наших старейших факультетов университета. Факультет физической культуры – это гордость университета, и то, что это гордость университета, достаточно сказать несколько фактов, привести несколько фактов, которые говорят о том, что факультет движется семимильными шагами, что факультет имеет славное прошлое, и факультет нацелен в будущее. Где-то 7-10 лет назад на факультете работал один профессор, 4 кандидата наук. На сегодняшний день уже 4 доктора наук, профессора, и где-то более 16 кандидатов наук. То есть профессиональный уровень, вы видите, возрос в 5 раз. И самое главное, что на факультете функционирует аспирантура, и наших уже маститых ученых, такого уже пенсионного возраста, подбирает молодежь, которая сегодня, завтра выйдет на защиту и защитят кандидатские диссертации и вольются в состав профессорско-преподавательского состава факультета. Задачи воспитания подрастающего поколения ваш коллектив успешно справляется и встречает юбилей полным творческих сил и энергии. Выпускники факультета обучили и воспитали, вот задумайтесь в эти цифры. Думайтесь. Выпускники факультета обучили и воспитали не одно поколение южноуральцев. Выпущено более 6000 специалистов с высшим педагогическим образованием за эти 65 лет. Но если учесть, что где-то в Челябинской области 1500-2000 школ, то фактически в каждой школе работают выпускники факультета физической культуры. Среди наших выпускников две олимпийских чемпионки, один народный учитель. Кстати, он здесь присутствует. Давайте поприветствуем его. Единственный народный учитель СССР в сфере начального, профессионального и среднего профессионального образования. Это уникальнейший человек, это единственный в нашей области, ну, мне кажется, и в Советском Союзе таких не больше 5 было. И это выпускник вашего факультета. Выпускники факультета настолько отлично работали, что более
20 получили звание заслуженных учителей школы РСФСР и Российской Федерации, 3 заслуженных работника высшей школы, около 4 десятков почетных работников общего и среднего и высшего профессионального образования, 25 заслуженных работников физической культуры, 32 заслуженных тренера СССР и Российской Федерации. Ну, а если говорить о чемпионах мира, чемпионах Европы, участников Олимпийских игр последних в Пекине, в Лондоне, о заслуженных мастерах спорта международного класса, то можно много говорить. Все это свидетельствует о том, что ваш факультет на подъеме, что ваш факультет уникален сам по себе. Ну и последние 5 лет, кроме того, что вы учителя физкультуры, вы получаете дополнительную специальность, учитель безопасности жизнедеятельности. Это тоже важная сфера деятельности в нашем государстве, и все, кто трудится по этой специальности, выполняют задания МЧС, выполняют обязанности работников по безопасности жизнедеятельности. Уважаемые друзья, я вас всех поздравляю с юбилеем. Я вручаю приветственный адрес Виктору Григорьевичу, букет цветов, всем женщинам факультета. Я сейчас вручу Виктору Григорьевичу, затем спущусь и проведу награждение. Мы получили много наград для вашего коллектива.